В далеком 92-м году Латвия впервые узнала о Lattelecom, единственной компании, предоставлявшей в стране услуги стационарной телефонии. С тех пор Lattelecom постоянно развивался. И Латвия могла гордиться одним из самых скоростных интернетов в мире, пользоваться широкими возможностями интерактивного телевидения и бесплатной сети Wi-Fi, доступной практически повсеместно. А с прошлого года мы предлагаем клиентам и умное электричество по биржевым или фиксированным тарифам. Lattelecom уже давно перерос эпоху домашних телефонов и стал компанией технологий и развлечений. А как иначе? Ведь современные люди общаются с помощью текстов, картинок, эмодзи и голосовых сообщений. Мы идем в ногу со временем, и наше стремление к переменам не угасает. Вот почему весной 2019 года Lattelecom сменит свое имя на TET. Простой и дружественный бренд, предлагающий все. От электричества, стабильного интернета и развлечений до умных решений для дома и бизнеса. Современные центры обработки данных с международной сертификацией и сетевая инфраструктура европейского масштаба для передачи данных. Облачные услуги, публичные, частные и гибридные. А также инновации в системах безопасности данных, создаваемые нашими высококлассными экспертами. Уже этой весной на нашем сайте и в коммуникации повсюду, где люди привыкли видеть Lattelecom, появится наше новое имя – TET. Все заключенные ранее договоренности остаются в силе, а с эволюцией нового образа мы продолжим развивать наши услуги, чтобы стать еще ценнее для клиентов. С TET вы сможете сделать и испытать еще больше. На самом деле, это начало новой эры. TET.